палка ноги работает. Не теряй, ты его отбрасываешь. Попробуй 5 сантиметров. 5 сантиметров. Вот. Носок вперед. Вот. Помягче. Чувствую его. Ничего. Медленно, конечно, как-то получается как-то странновато. А по логике ты просто видишь, направляешь его. Сразу, лучше, как ложкой. Щук взял, короче. Здесь тоже самое. Щук сразу закрыл. И носок просто носком так, ты его не будешь чувствовать. Ты его никак его не будешь чувствовать. Он улетает, смотри, даже не чувствуешь. А если фиксируешь, он как бы и останавливает, и плюс, видишь, направляет. Вот, носок. Раз, зафиксировал. Вот. Давай еще раз попробуем. Давай. Вот, чувствую, как ты его направляешь. Вот. Сразу его, сразу махом направлю и плюс. Во! Сразу мах. Но не с прямой, чуть-чуть сгибай ноги. Прямыми никак. Сразу. Чик, ложный мах. Но не пас. Останови его, просто останови. Вот это правильно левая нога. Вот левая мне понравилась, правая тебе ты больше его растягиваешь. Просто сразу останови. Левая нога мне очень нравится. Раз, два, три, четыре. Раз. И все. Понял? Ну? Начнем. Все в четыре. Не спеши. Каждый в своем темпе возьми. Просто я делаю. Что потом в следующий? В какую сторону? Вот так, выйдешь на поле, пошел ложный мамах, сделал занос, чик, пук, раз, два, чик, пук, ны. Ничего. Всегда в конечном этапе такой сумбур. Давай, спокойно, медленно, в своем режиме. Четыре этих, скрест на четыре, потом паховые четыре,
и потом в кабинет. Спокойно. Все, и с нуля потом опять. То же самое. Хорошо, не спеши, спеши. Время есть, пока ты делаешь, думаешь, что потом. Паховые потом не забудь. Вот, наложишь паховые сейчас в сторону. И последний снизу. Вот, и спокойно, спокойно. Помните, помните. Вот так.